Я благодарен всем ребятам, которые предоставили мне возможность прокомментировать киберфутбольный турнир под эгидой World Flex Junior Cup. Это был мой первый опыт работы в киберспорте. И надо сказать, что я так долго никогда не работал в эфире, но это того стоило, поверьте мне. Благодарен всем организаторам, ребятам, которые подарили такие невероятные эмоции, мне в том числе. Это было незабываемо, потому что были такие матчи, которые держали в напряжении, и даже после того, как я прокомментировал столько игр, уже немножко подустал под конец, эти матчи, особенно финальный матч, придал дополнительные эмоции, и я забыл об усталости в какое-то время. Поэтому всем спасибо, это было невероятно, это было... Я даже не знаю, какие слова можно подобрать. Я надеюсь, что мне и в дальнейшем также удастся еще разок поработать на этом турнире. Это было здорово. Спасибо всем огромное.